Сегодня они растеряли свою спортивную форму и пришли при параде. Пожалуй, редкие кадры. Увидеть матерых, хотя и молодых чемпионов, не в тренировочных костюмах, а в рубашках, брюках и платьях. В зале герои вторых летних юношеских Олимпийских игр в китайском Нянкине для спортсменов от 14 до 18 лет. Кубанские атлеты в составе сборной страны принесли 15% от всех золотых медалей. С таким триумфальным выступлением чемпионов поздравляет губернатор края Александр Ткачев. Очень здорово, то, что у нас уже появляется следующее поколение. То, что у нас появились уже те ребята, кто, в общем-то, может заменить уже немолодых спортсменов. За вами, конечно, будущее. И я надеюсь, что вам комфортно и с учетом развития того динамичного спортивной базы, которая существует в крае, конечно, вы будете пользоваться всеми благами. Конечно, мы очень верим в то, что это будет и медали, это будет и золото, и будет Олимпиада. Вообще моя мечта, чтобы половина населения края занималась спортом, больших достижений, высоких, и просто спортом. Любила, играла в команде или индивидуальном виде спорта. А вторая половина края болела. Это все движение, это все, знаете, это здоровый интерес. О пути к победе каждого из спортсменов можно написать отдельную книгу. Единственным россиянином среди дзюдоистов, выступавших на соревнованиях в Поднебесной, стал туапсинец Михаил Игольников. 17-летний борец – один из сильнейших молодых дзюдоистов мира. За 4 года он уступил всего лишь в одной схватке. В Нянкине кубанец из 8 поединков 7 выиграл японам. Чистой победой. Теперь в руках сразу 2 золотые медали юношеской Олимпиады. У меня, честно говоря, тяжелее медали не было. Вот. И точно такая же вторая. Второе золото, оно абсолютно одинаковое и по весу, и по тому, как досталось. Чемпионка юношеских Олимпийских игр Сочинка Ирина Анненкова, можно сказать, попала на турнир по воле случая. Изначально в китайский город отправили другую гимнастку, и только после открытия игр ее заменили на Анненкову, которая в итоге взяла золото в художественной гимнастике, опередив ближайшую соперницу на 1,5 балла. Я не думала ни о медали, ни о чем. Я думала о тренировках, о предстоящих. Мы же выступали в самом конце. О том, что нужно работать. Ирина Анненкова взяла золото в последний день игр. Эта медаль стала 7-й в зачете кубанских спортсменов. Всего наши атлеты завоевали 4 золотых и 3 серебряных награды. Практически каждый спортсмен привез из Нянкина медаль. В этом году в сборную России вошли 8 кубанских атлетов. Прогресс, за которым стоит огромная работа. А ведь во время первых юношеских Олимпийских игр от Кубани было всего 2 атлетов. Всего за несколько лет в крае произошел настоящий спортивный бум. Почти половина всех детей занимается в спортшколах. А по всей Кубани открываются новые бассейны, ледовые катки и многофункциональные комплексы. Например, не имеющий аналогов в России краснодарский комплекс «Чемпион», в котором под одной крышей занимаются по 9 олимпийским направлениям. Но стремиться еще есть к чему, уверен Александр Ткачев. И необходимо перенимать опыт у наших прямых спортивных конкурентов – китайцев. Видя, какое отношение у Китая к спорту. Все технологии, методологии, они во многом приняты из советского времени, из Советского Союза, когда, собственно, мы занимались этим. И получали достаточно выдающиеся результаты в разных видах спорта. И поэтому эту идеологию развития спорта мы сегодня в том числе, так сказать, пытаемся перенять. В целом в стране, я надеюсь, и у нас в крае. А прежде всего, первое, это создание материальной базы. Потому что без этого ты никуда, ты себя не перепрыгнешь. И, конечно, вторая формула – это зарплата, это хороший бюджет, это тренерская школа, безусловно, это спортивные школы по отбору ребят еще в раннем возрасте, одаренных. Вот так, получается, звезды так рождаются. Я думаю, что каждый из вас, наверное, прошел этот путь в той или иной степени. Если посмотреть на географию, то в Китай поехали спортсмены не только из крупных городов Краснодара и Сочи, но и атлеты из небольших станиц. Например, представительница пляжного волейбола Надежда Макрогузова из станицы Тбилисской. По мнению губернатора края, это и есть одна из главных задач – продвигать массовый спорт на Кубани и искать таланты в каждом уголке региона. Сегодня ситуация в крае изменилась, есть возможность содержать спортсменов, за это спасибо большое. И хотелось бы выращивать на уже своих борцов, на себя работать, так сказать, не на Челябинск, не на Москву, не на Тюмень и так далее. Отличные условия, по словам самих спортсменов, создаются и в других видах. Например, для художественной гимнастики построили одну из лучших баз в стране. Новый зал в Краснодаре по оснащению может конкурировать с основной базой сборной страны в Новогорске. Такой комплекс на Кубани позволит оставлять перспективных спортсменов у себя на родине. В Краснодаре видела новый зал? Да, здесь очень хорошо. Вот самый новый, да? Здесь шикарный зал. И баскет-холл шикарный.
почти 2 недели вот тренировались в баскетхолле. Ну и как баскетхолл? Хорошо. Нам такое не снилось. Тут уже зал лучше, чем в Москве. По развитию спорта Краснодарский край сейчас занимает 2-е место среди всех регионов. Это статистика Министерства спорта страны. Но Александр Ткачев уверен, край должен выйти на лидирующие позиции. С нашей стороны, конечно, будем поддерживать, будем. Уже многое сделали, но еще я прекрасно понимаю, мы только полпути прошли. Наша задача, конечно, удваивать, утраивать и ресурсы, и финансы. Я считаю, что вообще в каждом районе должна быть база. Вот по-хорошему, лед, бассейн, многофункциональный комплекс для всех видов спорта. И, конечно, легкоатлетический стадион. Там и футбол, там и дорожка, и групповые виды спорта, игровые виды спорта, ну и так далее. Некоторые чемпионы, вернувшиеся из Китая, уже сейчас могут претендовать на попадание в основные сборные страны. И есть шанс, что на взрослой Олимпиаде в Рио-де-Жанейро через 2 года они смогут отстоять честь Кубани, так же, как и сейчас на юношеских играх. Александр Иванченко, Денис Перец, Денис Москаленко, 9-й канал, Краснодар.